Всем привет, чувачки, с вами Мел Скел. И со мной сегодня Полина. Всем привет. И сегодня мы с Полиной продолжаем играть в наш летсплей. Сегодня у нас целый ряд ачивок, которые мы должны будем выполнить. Во-первых, у нас уже почти все ачивки выполнены. Майнкрафт, все выполнено. Сельское хозяйство, все выполнено. Энд, все выполнено. Приключения, всего лишь две ачивки, которые мы сегодня должны будем выполнить. Это убейте по каждому монстру каждого вида. Я знаю, каких двух животных нам не хватает. Мы их сегодня постараемся убить. И убейте двух фантомов в одной стреле. Я там кое-что придумал. Тоже покажу. Так, тут у нас древо ачивок сломалось. Здесь у нас тут тоже немножко сломано. Незер ачивки. У нас сегодня будет война миров выполнена. Я тоже кое-что придумал интересное. Отыщите сундук в бассейне. Я не знаю до сих пор, почему мы это не выполнили. И вот эту вот ачивку мы оставим на потом. Она самая сложная. Энергетический коктейль. Испытать эффекты всех возможных зелий одновременно. Это будет самая сложная ачивка вообще в Майнкрафте. Господи, когда мы уже все эти ачивки выполним? Это вроде так легко, но вроде так сложно. Ой, это да. Вообще капец. Это трындец. Короче, погнали домой, во-первых. Так, погнали. Кстати, посмотрите, что тут Полина построила. Домик у нас тут такой красивый. Тут у нас еще вот такая вот мельница. А что, они не видели еще? Нет, не видели, капец. Это было месяц назад, ты строила все. Мы очень давно не снимали. Да, мы очень давно не снимали. Вот так она мою ферму опыта сделала. Здесь у нас конюшна. Конюшна. Ну и всякие маленькие постройки. Полина очень сильно увлеклась постройками в Майнкрафте. Ей доставляет удовольствие. Да, согласна. А ты показала им лягушку? Какую лягушку? А, вот эту вот лягушку. Покажи им лягушку, пожалуйста. Вот лягушка. Вот лягушка. Пишите в комментариях, как вам. Жопная лягушка. Так, погнали домой. Слушай, я там кое-что подготовил на нашу серию сегодня. Полетели. Так, да. Оп, сюда. Здравствуйте, заходите. Слушай, я тут тебе долгое время кое-что не рассказывал, но... Что? Ничего не видишь. У нас тут кнопка была. Да. А что за кнопка? Притом я ее построил, когда мы еще делали... Когда мы тут все здание переделали, я ее тут поставил, ты вообще ни разу не заметила. А что она делает? Ну, встань вот сюда. Раз, два, три. А! Что это за портал в ад? Что это такое? Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Это мое логово. Сатана какая-то тут. Тут я откладываю всякую штуку. Вот смотри. Да, Кощей бессмертный. Я такая красота. Так, это я на следующий ролик готовлю. Так, а вот это... А это что? Там что? А это, короче, смотри, это выход. То есть отсюда никак не выйти, кроме... Ну, вот так вот. А почему именно так? Почему нужно прижиматься обязательно? А я скрывал от тебя это все. Вот. Я добавил нам мод, чтобы можно было скрафтить разные яйца мобов. У нас сегодня ачивка... Выпусти, Антон. Хочешь свой кораблик, Джоджи? Так, короче, я сделал нам яйца. Вот, яйца призыва Гаста и яйца призыва Фантома. Это для того, чтобы выполнить две чеки. А вот это обсидина. Ой, как это... Это очень много времени стоило для меня, поэтому обязательно поставьте лайк сейчас. Нам нужно выполнить целых две ачивки. Одна ачивка у нас с приключений, это убить двух фантомов одной стрелой. Я придумал, как это сделать. Прикольно. Ну и, конечно, заманите Гаста в обычный мир, а затем убейте его. Как вы видели на превьюшке, у меня есть интересная идея, которую я хочу реализовать. Ну давайте начнем с фантомов. Погнали домой. А что, через жопу будем? Да. Через унитаз, через мыв. Тут вот дорожка, да. Мой. А ты не мог еще это хуже тропинку сделать? Архитектор, блин. Нам нужны арбалеты. Так, я вижу один арбалет, и нам нужны стрелы. А я хочу арбуз. К сожалению, арбузов нет. Ну блин. Хотя подожди. Сейчас все будет. Опа, опачки. Спать пора. Я сейчас буду очень коварным. А хочешь поесть арбуза на ночь? А вот, смотри, арбузик. Будем ссаться. А я вот так вот сделаю, чтобы после арбузика я как бы сухой остался. Вот. Хорошо. Ловко ты это придумал. А я сразу и не понял. Мы возьмем фантомов, загоним в лунку. Ну, такую, типа, дырочку, в которой мы будем их уже убивать. Ну, чтобы как бы двух фантомов убить одной стрелой, как-никак у нас есть яйца призыва фантома, мы возьмем, сделаем вот так вот. Иди сюда. Нам нужно в канаву вернуться. Оп. В канаву! Ой. Благодарю, Полина, сердечно дякую. А, ты умер из-за ну, меня? Да. Так, я, смотри, делаю такую штуку. Делаем вот так вот, делаем вот так. Отойди! Я делаю как? Возьми сейчас абралет в руки, возьми. Абралет? Абралет. Возьми, заряди его сначала, но не стреляй. Хорошо? Хорошо. Плохо! Посмотри на свою голову. Вот это ты кубидон. Смотри, я ставлю сейчас два фантома вот сюда. Готовься арбалетом их убивать. Да. Раз. Насколько они будут два. Страшны, ты так, мне так, скажи. Так, убивай. Надо двоих одной стрелой убить. Стрела пролетает насквозь, по идее. Ой.
Не получилось. А наспасть нужно. Наспасть. Да почему? Да не получается. Они еще и бьются. Не-не-не, не убивай, не стой! Нет, 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 не трожь, не трожь! Не трожь, у нас их очень мало. Ты не представляешь, как их долго добывать там. Этот. Его убил, дурак! Все тихо, тихо, аккуратно. Ты будешь убивать? Как же сейчас будет сложно. Даже вот в этих условиях, что у нас есть яйца призыва, это будет гиперсложная ачивка. А ну... не убил! О, как ты могла! Да че ты не убиваешься, придурок! Последняя попытка. Если сейчас не получится, я этих фантомов очень долго фармил. Идите в сраку! Если сейчас не получится, то не получится. Многоножка! Ты тоже это увидел, да? Да! Чуть не съела, она там сквозь стену прошла. Угадай, чё? Я не того фантома убил. Ля, прикол. Единственный шанс, это если тот фантом спустится обратно. Или этот поднимется, и я как бы постараюсь так. Давай, улетай, улетай. Ага. Последний шанс, что я убью этого фантома. Это сейчас гиперсложная ачивка какая-то вышла. Она же в гиперсложных и находится, да? Да, она в сложных ачивках находится. Так, все, я ползу вверх. Там, по идее, два фантома. Так, насколько я понимаю, два. Попытка выстрела. Попытка выстрела. Мне не засчитал ачивку. Ты их убил? Да, я их убил, но мне не засчитал. А почему? Я не знаю! Дубленный Майнкрафт, так. Я подам в суд. Все, напишите, куда писать заявление? Напишите в комментариях, пожалуйста, что я делал не так. Ладно, в следующей серии. Все, в следующей серии. Ты каждый раз что-то делаешь не так, Антон. Я кривой косой. Это традиция. Так, погнали отсюда. Следующие ачивки будут менее хардкорные. У нас есть еще две ачивки. Зверобой мы в самом конце выполним. У нас есть обыщите сундук разваленных бастиона. Кстати, вот это я не понимаю, почему мы вообще не выполнили. За мной. Нам нужно пойти в бастион. У нас тут бастион вот здесь прям находится. То есть нам далеко бежать не надо. Но мы почему-то бастион вообще никак не исследовали. То есть мы ни разу не посмотрели, что тут есть сундуки. Это крайне странно. Я не знаю, почему мы решили в бастион вообще не идти, хотя у нас нормальный здесь бастион. Нам нужно здесь найти сейчас сундук. Вот где-то здесь, кстати, и должен. О! Короче, в этот... Сундук. Сундук. Стоп, а мне здесь не засчитает? Ну-ка, забери оттуда все, что можешь. Там хорошие вещи. Все, забрала. А теперь я. Ага, я ачивку не получил. Угу. Надо еще, короче, найти здесь сундуки. По-любому должны быть сундуки. Я сейчас зашел в бастион вовнутрь. Тут должен быть где-то внутри сундучок. Ну или нет. Если поможешь мне найти сундук, это будет замечательно. А я вот ищу. В серединке, прям в серединке. Вот где-то вот сейчас, где я шагаю. А где тут середина? Вообще я не понимаю. Где тут середина? Где-то... Вот здесь должна быть. О, вот это нормально. О, да, так тут есть еще бастион. Короче, середина находится там, где основное здание такое огромное. Ой-ой-ой-ой-ой. А где оно здание? Вот там, где ты шагала. Вот тут где-то, значит, ага. Полсердца осталось. Где-то здесь проходка должна быть, потому что здесь куча лавы. Ага, тут продолжение бастиона. Блин, я вот в бастионах вообще не шарю. Как мне найти здесь сундук, я не знаю. Золотые блоки нашла, их разбила. А там много их? Два было подряд. Так, а я нашел середину, по идее, да? Это середина. Да, середина. О, сундук, сундук. Да! Ой, я тут магнетит нашел, неплохо. Шипы нашел. Отлично. О, я тут тоже середину нашла какую-то интересную. Так. О, я тебя нашел. Прикинь, мы рядом. О, смотри, сколько золотых блоков. Все, замечательно. Слушайте, отлично, мы выполнили плюс одну ачивку. Просто отлично. Я предлагаю выполнить следующую ачивку, которая была на превьюшке. Сейчас будет жестко, Полин. Мне страшно, короче, сейчас будет пипец. Ну-ка, удиви меня, давай. Попробуй. Я тебя сейчас так удивлю. Попробуй. Короче, нам нужно сделать порталы. Какие? Ну, обычный ват. То есть, вот здесь сделать порталы. Вот здесь, наверное, будем. А можно мне уже в рай портал, пожалуйста? Хватит с меня адов уже. Нет. Делаем вот такую вот портальную рамку. Нужно супер большой портал сделать? Супер-супер большой портальный портал. Примерно где-то 15 на 15 нужно сделать. Так, смотри, я теперь строюсь в эту сторону. По идее, у нас должно хватать обсидиана. Я примерно сейчас строю, то есть я просто строю квадрат. Теперь в эту сторону квадрат. Я хочу сейчас сделать огромный куб портальный и в нем заспавнить Гаста, чтобы Гаст в любом случае попал в другой мир. Потому что у нас достижение называется как? Война миров, заманите Гаста в обычный мир, а зачем убейте его? То есть нам нужно Гаста взять, заспавнить и отправить его в обычный мир и там его убить. Вот это сейчас будет, да. Вот это сейчас будет, да. Короче, прикол в чем, Полин? У нас стоит мод для того, чтобы порталы были прозрачными. Понимаешь, да? Ага. В обычном Майнкрафте такого нет. Ага. Поэтому нам немножко сложнее Гаста заманить.
заманить. То есть он может ходить между мирами. А в обычном Майнкрафте он не ходит между мирами. И в этом главная сложность. Поэтому сейчас мы делаем огромную, огромную портальную рамку, которая, я надеюсь, зажжется. А если нет, как обычно это бывает, знаешь, на самом первом этапе ачивки все не так. Так я пытаюсь максимально нормально все построить, у меня не получается. Так, вот так вот теперь делаем. Мы такой хренью сейчас занимаемся, это пипец. Ой, это... А ты там строить собираешься? Посмотришь, как я кушаю арбузик? А давай. Ам-ням-ням. Ням-ням-ням. Давай помогай, блин. Не хочу. Давай сам. Я сейчас почти доделал. Так, я сделал. Это я доделала, это я. Так. Готово? Давай, удиви меня. Берем, делаем вот так вот. Так, я зажигаю. Сработало, сработало. Так, первый портал готов. Это хорошо. Второй портал. Второй портал готов. Сломай блок под собой. Нижний портал. А вот нижний портал не сработал. Сейчас, тут очень сейчас будет сложно. Вот тут поджигаем, получилось. Газ сам пришел? Смотри, газ. Ты что, сам пришел? Ты что, дебил? А... Он все сломал! Спасибо! Он нижний портал сломал. Не понял. Так, собственно, я ничего не понял. Какого хрена? Газ? Нам типа нужно, чтобы он в живой мир попал? Да, он должен попасть, короче, вот эту вот рамку. Но он эти рамки уничтожает, дурак. Но я его просто уничтожил, этот намешает. У нас тут получился еще один дополнительный портал, который я не собирался делать. Такого, мне кажется, никто никогда не делал в Майнкрафте. Так, сейчас сделаем верхний портал. Получился. А теперь как мне в нижний попасть? Оп. Ой, ё-моё, я тут весь мир испортил. Нижний портал нам случайно уничтожил Гаст. У меня очень это сильно глючит. На какую-то серию из черного. Вау, зеркало. Ты видишь, что внизу? Мне тоже наверху много порталов. Рендеринг меньше количество порталов из-за того, что баги. Твои. Ты видишь это? Да. У меня это жутко лагает. Да. Я туда нормально вижу? У меня без глюков. Вот тут без глюков. А тут... Чё за фигня? Боже ты мой. Ребята, мы сломали Майнкрафт. Это что такое? Походу, да. Так, вот сюда падай. Попробуй прыгнуть вот сюда в центр. Бесконечно падать можно? Да ладно? Офигеть! Чего, блин? Мы сломали Майнкрафт. А как мы должны ачивку выполнить, скажи? Нам нужно Гаста заспавнить в середине портала. Сейчас будет вообще сложно попасть туда. Там теперь бесконечность просто прыгать постоянно. Я придумал, как туда попасть. У нас есть боковые порталы. Боковой портал, в который можно попасть. Я сейчас ставлю Гаста. Ой, я вижу его внизу. Он уничтожил один из порталов. Зажигаю. Так, я зажег. Ты дебил, ты чё умер? Ты умер вообще-то. Это Гаст умер. Ты чё, дурак? Я все просчитал, ты, блин, взял и умер. У меня очень плохо все рендерит сейчас. Компьютер взрывается в прямом смысле. Ставлю Гаста. Беги отсюда, Гаст, твою мать! Улетай. Он попал в обычный мир. Есть! Так он один из порталов уничтожил. Быстрее ты пока мне. Теперь его нужно убить. Как его убить? У меня есть арбалет. Стараемся его убить. У меня стрел нет. Где стрелы? Где стрелы? Блин, я мимо мажу. Его нужно убить. О, я убила, я убила, я убила. А я? А как же я? А вот так вот. Ну хоть ты сделала ачивку, а я? Я тоже хочу. Есть, нормально. Я попал прям в самый центр. Теперь я ставлю яйцо Гаста. Убегай, дебил. Отцепись, отцепись, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, не убивай. Убивай меня, не убивай! Тэпнись ко мне! Он улетел, да, он в другой вылетел, мир. Он вылетел. Где он? Где он? Не смей его убивать. Преследуй Гаста. Я его убил! Я не знаю, как у меня дико глючит, но я его убил! Чё так быстро? Как ты так Я его мечом! Я его мечом ударил просто, и он умер! О боже ты мой, о боже! Я тебя поздравляю от всего сердца, но я была первая! Ха-ха! Это капец какой-то! Надо уничтожить эти порталы! Так, следующая ачивка. Она на самом деле быстрая, потому что мы знаем координаты, как туда добраться. Но она как бы тоже... Довольно-таки массивная. Она уже у нас называется зверобой. Она тоже считается сложной, но у нас 32 монстра из 34 уже убито. Погнали за мной, Полин. Я, короче, специально выписывал, кого мы убивали, кого мы не убивали. И оказывается, что мы не убили одного зомби в песчаном биоме, куда мы сейчас и направляемся, и скелета со снежного биома. Есть скелет со снежного биома? Да, ты увидишь, они на самом деле страшные очень. Это не здесь. Далеко еще бежать? Да, там, короче, в самом далеке у нас есть песчаный биом. Здесь у нас песчаный, да! И тут нам нужно найти песчаных зомби. Он один из 34, кого мы еще не убили. А вот и он! Как его? Кадавр его зовут. Кадавра мы еще не убивали. Так, оп, убивай. Вот это тоже кадавр? Да, это кадавры были. Вот с одним легко, а со вторым... Плюс один. У меня тоже плюс один.
Да, у меня тоже плюс один. А вот следующий скелет, который находится в снежном биоме, это трындец, как далеко лететь. Сейчас мы же недавно, когда искали биомы, я скринил, где у нас находится снежный. Минус 4663, 1170. Нам жопа. Ты запомнил, где наш портал? Возможно, так будет быстрее попасть в снежный биом. Так, тут у нас какой-то портал. Координаты у нас минус 2400 и минус 210. Шикарно, я считаю. Мы сейчас прошли буквально сколько? 10 тысяч блоков, да? Сейчас полетим на минус 4600 и на 1172. Просто наискосок лететь. Долго-долго. Так, зимний. О. Все. Нам сюда нужно, да. Сюда? Да. Я нашла. О! Я нашла! Тихо, дай убить. Я убиваю. Нет, я. Я получил ативку. А почему ты убила, не я? Потому что ты в прошлый раз первая убила. Блин, я нашел тебе скелет. Бегом сюда, бегом, блин. А что тут пауки плавают, я не понял. Блин, а быстрее! Я ж тебе их оставляю. А ну, бегом. Да пауки купаются. А ну, бегом! Все, мы выполнили те ачивки, которые собирались. У меня уже получается только одна не выполнена из приключений. Это я не убил фантомов. Замечательно. Напишите в комментариях, пожалуйста. Энд выполнен. Сельское хозяйство. Майнкрафт. Незер. У меня осталась только одна ачивка. Ну и все. То есть мы выполнили почти все ачивки Майнкрафт. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. С вами был Мел, Скайл и Полина. И Вэл. Ее вторая личность Вэл. Всем удачи и всем пока. Пока. Пока.